посвящен Иису, Иоанном Крестителю. Вот это именно место, где служит река Иордан, здесь 2000 лет назад Иисус пошел в эту воду и был крещен. Вот что осталось доказательством этого, служит вот эта маленькая церквушка, которая была построена тогда же, в то время. И именно на этом месте это доказательство того, что именно в этом месте крестился Иисус. Потому что церквушка еще того времени. Ну вот что осталось от бурной реки Иордан. Река Иордан. Мы сейчас находимся в Иордании на восточном берегу. А вот это западный берег, это уже напротив нас находится Израиль. Каждая из этих стран спорит все-таки, на каком берегу был крещен Иисус. И своими глазами как бы видели, что больше вероятностей, что все-таки на территории Иордании это было. Но все-таки со стороны Израиля тоже сделаны ступеньки входа в воду. Наверное, приезжают паломники и окунаются в реке Иордан. Вот такая она сейчас, эта знаменитая река Иордан.